Blackview в BV6000 – это ударопрочный, защищенный от пыли и воды смартфон. На торцах он имеет прочную металлическую рамку, прикрученную болтами. Кроме того, у него достаточно мощная производительность. Вот его основные технические характеристики. Экран 4,7 дюйма, разрешение 720 на 1280, процессор 8-ядерный, MediaTek Helio P10, оперативная память на 3 гигабайта, встроенная постоянная на 32 гигабайта. Также, естественно, он поддерживает microSD-карты объемом до 32 гигабайт. У него есть два слота для microSIM-карт. Wi-Fi, Bluetooth, естественно. Кроме того, он имеет NFC-датчик, что не может не радовать. В комплект со смартфоном входит сетевой адаптер на 2 ампера, кабель microUSB с удлиненным разъемом, защитная пленка на дисплей, отвертка, гарнитура и дополнительные заглушки с болтами. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Под экраном располагаются сенсорные стандартные кнопки «Меню», «Домой» и «Назад». Сверху можно увидеть датчики приближения и освещенности, а также фронтальную камеру. BV6000 можно приобрести в трех цветовых вариантах. Фиолетово-черным, желтым и зеленым. Смартфон не боится грязи, его можно погружать в воду, причем время погружения не ограничено, а максимальная глубина может достигать до 3 метров. На верхнем торце расположен разъем для наушников и датчик атмосферного давления, которые закрыты заглушкой. На нижнем торце находится разъем microUSB, который также закрыт заглушкой. На задней панели расположена крышка, прикрученная винтами. Под ней расположены два слота для microSIM-карт и один слот для карты памяти.